Ще трохи про міжнародну активність. На цей раз вже президента Бразилії. Він заявив і фактично запропонував Україні віддати Крим Росії. І, зокрема, каже про те, що, мовляв, Зеленський не може отримати всього, що він хоче, а світу потрібен мир. І війна триває вже занадто довго. Ну, тут одразу посипались пропозиції віддати, там, наприклад, частину Бразилії комусь. Але так чи інакше, от як ви оцінюєте цю заяву? Зрозуміло, що вона там в стилі, в дусі російської пропаганди – чи дійсно от Кремль вже там намагається реалізовувати всі лінії, які в них є зараз? А ви знаєте, що цього Лулу за корупцію взяли за жопу? Він же був вже президентом, його взяли за корупцію. Ну, у мене двох мнений бути не може. Вот это вот, в Бриксі. Слышь, я вот там это, дайте мне. Он же жулик, понимаете? Ну, от в Бразилии они выбирают таких. Ну, а что вы можете с этим сделать? Я просто другого смысла вообще за этим не вижу. Ну, понятно, что это более замысловато, это не то, что там прям вагонетку с деньгами отгрузили. Но я просто не вижу смысла. В чем здесь гениальность его заявления, значит, смотрите, как легко войну прекратить, отдайте Крым. А еще что отдать? Ну, это вечно можно отдавать. Кто сказал, что она прекратится? Нет, вот в стиле вот этих механических отдач, это вот если что-нибудь такое присутствует, вот такое прям, ты отдай, и все будет хорошо. Вот. Ну, как бы, по-моему, тут... Он просто личность эксцентрическая, понимаете? Там все его предшественники, у которого он выиграл, и, значит, у генерала, значит, выборы, его проклинали, но даже он себе не позволял этого, понимаете? Хотя он там в Москве был близок, он был правый и, там, и так далее. Лулу левый, социалистов представляет. Вот. Но, честно говоря... Я просто не вижу здесь предпочтений. Вот часто говорят, что все правые такие, они как-то с Путиным быстрее язык находят. Хоть Нетаньяху там правый в Израиле, хоть ему подобные же в Европе. Ну, Трамп как бы изоляционист и так далее. Ничего подобного, знаете. Социалист, что в Европе, в той же в Германии, стал демократ очень долго, якшались, да и сейчас еще продолжают с Путиным. Так и лулы всякие и так далее. Понимаете, это не серьезный ведь план. Он это заявляет, потому что у них БРИКС предстоит, куда Бразилия входит наряду с Россией, Китаем, перед саммитом в ЮАР. Ну и вот он такой сделал пас в Москве. Понимаете, в сторону ее, чтобы какие-то вопросы порешать. Ну, учитывая, что он коррупционер, я, честно говоря, как-то все слишком буквализирую. Для меня это явно какой-то материальный интерес. Может, кто-то по-другому расценит. Но, честно говоря, плана-то я не вижу никакого. Отдайте, говорит, Крым. Ну, а остальное, само собой, отдайте. Да? Ну, это... Я думаю, что это все связано с БРИКСом и чисто меркантильными интересами самого Лулу. И там целая команда у него большая. И так далее. Таких же жуликов. Зрозуміло. Ну, і як ми знаємо, влітку відбудеться саміт НАТО, важлива подія для нас. В Україні багато очікувань від цього саміту. І, зокрема, Financial Times на цьому тижні пише про те, що США, Німеччина і Угорщина виступили проти дорожньої карти для України до НАТО, яку ми могли б отримати якраз на цьому саміті. Ну, з Угорщиною все, в принципі, зрозуміло, нічого нового. А от стосовно Сполучених Штатів і Німеччини, на ваш погляд, від чого залежить їхня позиція? Ну, пока это все, знаете, сообщение такой прессы, тут тоже доверять, знаете, надо с определенной долей сомнения, потому что мы тут от прессы разного начитываемся. Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, главные страны НАТО, безусловно, и США, и Германия, и остальные, они держатся той же позиции, что озвучено Столтенбергом. Ну, сначала надо расправиться с войной, а потом все, что хотите. Она неизменна. То есть они не решаются в общем и целом пойти против вот этой позиции, что с войной мы вас не можем принять. Мы помогаем, мы союзники, мы даем оружие, давайте выигрывайте быстрее. И окажетесь НАТО. Но смотрите, какая разница. А Москва воюет в Украине, ни разу вы не услышали, что войска США или НАТО могут войти под каким-то условием. Публично не слышали. Что там обсуждается в кабинетах закрытых, это другой вопрос. Как только про Тайвань возник вопрос, а ведь, знаете, нынешний Китай не чета Москве, сразу уже сенаторы заявляют, все, говорит, сразу войска введем. Ну, там внеблоковые соглашения с Тайванем, плюс АУКОС берет на себя некий функционал по защите Тайваня, оружие поставляет. И сразу скажем, мы солдат пошлем, авианосец.
Ну, понимаете, как бы, где Тайвань, а где Украина? И где, в конце концов, Россия, где Пекин? Так, не смешно вообще-то, на секундочку. Тем не менее, вот эта позиция, она остается такая, что, ну, надо урегулировать территориальные вопросы, хотя, очевидно, это много раз обсуждалось, что даже то же НАТО могло бы принять Украину за вычетом обеспечивающей гарантии коллективной безопасности над территориями, которые остаются спорными. Там Украина сама вопросы решает. Тем не менее, этого не происходит. Я думаю, что на саммите главным вопросом наряду с войной, естественно, в Украине будет еще и размещение ракет на территории Беларуси. Вот это очень важно. Вот тут как бы целый пласт проблем возникает. Размещать ли оружие, такое же тактическое ядерное оружие на территории Польши и Литвы, ну и той же Румынии, давно план, кстати, болтается, то ли не размещать, понимаете, то ли планировать вторжение в Беларусь или нет. Кстати, между прочим, сегодня посол Беларуси в Москве заявил о том, что по итогам визита 5-6 апреля Лукашенко в Москву обсуждались как бы действия и гарантии в рамках союзного государства, которые может предпринять Москва для противодействия вторжению или в случае уже состоявшегося вторжения, какие действия будут предприняты по защите Беларуси. Смотрите, они серьезно это обсуждают. И раз они это серьезно обсуждают, и НАТО это может серьезно обсуждать. Но, повторяю, с Украиной, которая приглашена, насколько я слышал, естественно, само собой, на саммит НАТО в Вильнюсе в июле, но с Украиной будут решать все те же вопросы относительно стабильности поставок вооружений. Если какая-то дорожная карта вступления и будет обсуждаться с Украиной, то она все равно вот эту опцию относительно сразу после войны она будет включать. Это будет первая предпосылка, первая часть этой, первая статья этой дорожной карты. Что сначала конец войны, потом все остальное. И я думаю, это неизменно, потому что все упирается туда же. Запад не хочет воевать с Россией, Запад не хочет воевать с Москвой, то есть вовлечься непосредственно. Хотя, честно говоря, уже этот вопрос относительно обеспечения зон безопасности на Западе Украины можно было бы решить и снизить поток беженцев. Вообще очень многое можно было бы сделать, если бы там стояли войска НАТО, и вооружения шли из Польши бы более стабильно и безопасно, и люди бы не уезжали в Европу, а могли бы разместиться на Западе Украины, ну и так далее, и так далее. Пока мы признаков того, что этот вопрос может быть решен, не видим. Угу. Ну і ще одна цікава подія відбудеться за участі членів НАТО. На початку літа НАТО проведе найбільші в історії авіаційні навчання. Зокрема, 220 літаків відправлять. От і ми так само розуміємо, що ну ми ж очікуємо, що контрнаступ почнеться там за кілька тижнів, умовно, і це може припасти якраз на розгар контрнаступу. І логічно, що Росії так потрібно також якось на це реагувати. То як ви думаєте, як буде реагувати Росія, і чи може бути це таким відволікаючим маневром в якійсь мірі? А там уже и через Суэцкий канал прошел какой-то авианосец, по-моему. Я боюсь соврать, поправьте меня, или подводная лодка, что-то американское. Я просто мельком увидел там со 120 томагавками. То, конечно, это перед контрнаступлением увеличивает группировку. Если вдруг что-то пойдет не так, и Москва там либо применит ядерное оружие, либо попытается даже его применить, либо, допустим, как-то контрнаступление захлебнется, на всякий случай эти средства должны подгонят ближе. И учение – это предлог для того, чтобы если что случится, если пойдет как-то не так, мало ли что, понимаете, мало ли что. Поэтому это обычная практика. Честно говоря, даже и в более спокойных ситуациях такие вещи делались для того, чтобы ну, обеспечить безопасность регионов близлежащих в том числе и так далее. Мало ли что-то как-то вот не туда стрельнут. Так что нет, это все, безусловно, связано с контрнаступлением, конечно. Все к нему привязано. Это не значит, что эти средства будут использованы при контрнаступлении. Нет, не обязательно. Но они должны создавать вот этот, знаете как, морально-психологический навес над Москвой и над ее ощущением некоторой безысходности, небезопасности. Это усиливает нервозность, безусловно. Я думаю, что это в эту сторону направлено, конечно.
Зрозуміло, друзі, якщо вам подобається, я знову ж таки звернусь до вас і попрошу підтримати нас лайком під цим відео. От прямо зараз поставте, будь ласка, палець вверх. Підпишіться на наш канал, на канал Марка Фейгіна. Будьте активними в коментарях, діліться там своїми враженнями про нашу розмову. Ну і посиланнями теж діліться з вашими друзями і близькими.